Мы все прекрасно понимаем, что далеко не все родители могут себе позволить собрать детей и в первый класс, и в принципе в школу, потому что ситуация разная, есть люди, которые нуждаются в поддержке, но при всем при этом ребятишки в школу должны пойти, ребятишки должны иметь все необходимое для начала учебного года. Абакан будет помогать. Уже несколько лет в нашем городе этот девиз объединяет тысячи людей. И тысячи детей получают поддержку. Причем помощь оказывается адресно, конкретной семье. Перед этим специалисты узнают, что необходимо школьникам, в каком классе они обучаются, какие есть запросы. К сожалению, список нуждающихся в поддержке семей растет. В первую очередь, потому что в Абакан каждый год переезжают семьи из разных регионов. Многодетным родителям поддержка всегда необходима. К малообеспеченным семьям, согласно статистике, относятся около 2000 семей. Это как раз те семьи, семьи школьников, которые получают у нас питание, льготное питание. Вместе с тем, коллеги, мы понимаем, что это не все дети, и есть дети, которые не вошли в это число, в связи с тем, что проживают на территории города Абакана, не имея официальной регистрации и, соответственно, не пользуются официальными льготами. И, к сожалению, таких семей, таких детей в нашем городе тоже достаточно много, их около 1000 по нашим данным. В этом году акция стартует с 27 июля. Пункты сбора помощи откроются в школах города, в жилых районах, кабинетах старост, в Центре детского творчества, а также впервые в спорткомплексе имени Николая Булакина. Надеются организаторы на активную поддержку акции «Абакан идет в школу» и в крупных торговых магазинах. Первый формат – это, конечно, просто такое корпоративное участие, где вы помощь адресную собираете своим коллективом. И если вы выйдете на нас, как на фонд, да, мы, конечно, сведем вас вот непосредственно с адресатами, отдельными школами. Также есть возможность поучаствовать в качестве волонтеров пробоно. Мы пропагандируем вот такое направление профессионального волонтерства. Мы предлагаем организациям, которые оказывают разные виды услуг, которые могут быть востребованы вот такими семьями в трудной жизненной ситуации, в преддверии 1 сентября тоже оказать помощь. Это могут быть и парикмахерские, и различные учебные центры. В прошлом году в рамках акции «Абакан идет в школу» поддержку получили более 3500 детей. Больше всего ученики нуждаются в одежде, в обуви. Чтобы обучаться в школе, нужна и компьютерная техника. Причем не обязательно новая. Самое главное – в хорошем состоянии. И уже не первый год к нам подключаются IT-компании. Но мы понимаем, что не только IT-компании в этом направлении могут принимать участие. И передают технику, которая уже по техническим характеристикам не подходит для их деятельности в семье. Это все еще хорошие компьютеры, подходящие для учебных задач. В общем, если вдруг ваше предприятие такой техникой располагает, мы тоже просим вас такую помощь нашим абаканским ребятам в преддверии нового учебного года оказать. Помогать можно и финансово. На афишах акции указан QR-код, который также можно найти в социальных сетях проекта. Переходя по нему, можно перевести денежные средства. Их организаторы направят на покупку канцелярии, спортивной формы, одежды и обуви. Одновременно с акцией «Абакан идет в школу» в нашем городе стартует и благотворительный проект «Абакан детям Донбасса». Жители столицы, коллективы предприятий и организации могут собрать все необходимые вещи для семей новых российских регионов. Из-за военных действий снабжение и завоз школьных принадлежностей затруднен. Кроме того, в школах нет спортивного инвентаря, книг, канцелярии. У многих семей разрушены дома. Но, как известно, война – это временно, а знания вечны. Поэтому 1 сентября учебный процесс в школах Донбасса обязательно начнется. И мы можем помочь ученикам всем необходимым.